Загорать на пляже, купаться в теплой воде или просто проводить свободное время на побережье. А за что челябинцам нравится море? Давайте выясним. Состав воды моря соответствует составу солей крови. Это очень полезно. Поэтому нужно каждый год ездить на море. Всем запахом. Купаться. На яхте еще кататься. Это вообще круто. Тепло, солнце, воздух, радость. Теплой водой. А вам? Умиротворенность. Радостью. Встречи с морем как таковым. Теплой водой, тем, что мы загораем, тем, что оно полезное для здоровья. Во-первых, там воздух совершенно другой. Во-вторых, оно настолько хорошо действует на организм, успокаивает, уравновешивает твое состояние. Ты становишься спокойней, добрей, больше улыбок, больше радости. Во-первых, во-вторых, тепло. Психологи говорят, что люди ездят на море, потому что это помогает отвлечься от хлопот и плохих мыслей. К тому же ни для кого не секрет, что море обладает лечебными свойствами и помогает снять физическое напряжение. Хорошего вам дня!